Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня продолжается угадайка. Решил я сегодня все-таки заснять видосик, чтобы не затягивать, серию наших утренних угадаек, то есть возможности получить донатного героя. Начнем с русского сервера, потом я вернусь за ролью уже на своем аккаунте. Сейчас посмотрю, что интересного есть. Воскресный приз, ящик славы, 200к, том благословения. Ну, такое 60-60, но это, в принципе, бонусом довольно-таки неплохо. 150, Валентина. 15 ящик Валентина, это неплохо. 25 прайм, руна, камень судьбы, 15 штук. Леди божество, 40 осколков, облик ангел прайм. Ну, вот это, кстати, довольно-таки отличный приз. За большой пак за один раз. Супер набор временной акции хватайка есть сегодня. Поехали посмотрим, что у нас сегодня по хватайке. Лисичка, ничего себе, нифига себе, жетончик 5 штук, видите, подгончик сделал будущему владельцу аккаунта. Все условия по поводу АКа есть видео, смотрите видосик. Так, ну что, больше ничего такого нет. Сокровищница, зимняя радость, и настолка есть даже. Фига себе на русском сервере сегодня. Буду пока плюхи забирать, пока есть возможность. Да, нифига себе! Ну это просто божественный подарок, я считаю. Нифига себе, смотрите, что я сейчас сделаю. Только опа, чик. 4400 самоцветов. Блин, круто. Нереально круто. Такс. Вот, смотрите, 5000 самоцветов на аккаунте. Окей, значит, мы на нем будем ролить. Вернемся на него. Так, поехали дальше. Поехали Тайвань, посмотрим, что у нас интересного на Тайване есть. Блин, надо переустановить будет плеер. Подвисает что-то. Ну, видите, божество так просто не продают паками, как раньше это было. Сейчас посмотрим, что там на английском сервере, но я думаю, вряд ли. Хотя, может быть, так, накопление, ну, ничего такого сверхъестественного. Паки, зефир. Так, не знаю, есть. Поехали дальше, немочка. Немочка на английский. Я даже не забегал сегодня на английский сервак. Посмотрим, что у нас тут интересное будет. Так, смотрим. Накопление девятое. Девятый берс. 100 облика. Вот это, кстати, неплохо. Но пыль, как видите, на немецком сервере очень хреново дают. Жлобятся. Но зато здесь вот эти вот карты полным ходом продают. Не знаю, третий или четвертый раз. Да, вот здесь уже продает. Конечно, 5 паков больших, оно того не стоит. Ну, такое. Довольно-таки неплохие темы на немке. Сейчас посмотрим, что по ивентам. Так. Понятно. Шоп. Настолка. Блин, неплохие. Вот знаете, на выходных самый лучший. Лучше всего донить, реально. Если вы собрались в это донить еще, то выходные дни самый лучший вариант, потому что есть накопление, есть куча других
акции, которые дают возможность собрать чем больше плюх. Так, понятно, в общем. Родной наш сервачок английский, и вернемся обратно на аккаунт Абрикосика, посмотрим, что мы сможем там вытащить на 4000. Хотя у него там герои вроде есть все такие. Так, что у нас на английском? Наконец-таки, я не знаю, может и вчера открыли, я наконец-таки увидел, открылось, свершилось, ребятушки. На английском сервере добавили. Не, наверное, вчера было еще, я провтыкал. Я вчера не заснимал, не смотрел. Так, тоже продают Леди Божество полным ходом. Что по акциям интересного такого есть? Монетки. Вот мелкий пак за пятерку, посмотрите, просто божественный. Накопление. 200 карт, офигеть просто. Вот это реально круто, 200 карточек смены. Ну, у меня 100 есть, но круто. Плюс здесь 220 получается, вообще огонь. Это за полпака можно купить. Вот это... Барт, 10, ну это половинка. Ну, наверное, сегодня 1 плюс 1, сейчас посмотрим. Так, давайте отсюда начнем. Так, тут понятно с акциями. Пират. Старенький пират, они меняли. Это должны уже скоро поменять. Так, островок, понятно. Билты пак. Ну, поехали посмотрим. Поменяли? Ничего не поменяли. Крена не ложили. Они добавили только третью вкладку, а толку от нее вообще никакого. Короче. Добавили сюда эти камни. Скорее всего, прокачка следующего скилла будет точно так же. Нужны будут камни-кроки. Тут ничего нету. Так, что у нас по гиптам? Херокристалл. Талант Бэч. Сот. Мэджик Пауда. 300 пыльцы. 20 камней. Вот такое, короче. Фортун Хантер. А, это можно вытащить... Карточку убрали отсюда, уже поменяли немножко. Тут карточки можно вытащить. Так, настолочка. Блин, ну крутые акции на серваках. Что сказать, но вот эти вот настолки, это тема. Кетчи прайс, хватайка, это вот реально обалденный день для доната. Это воскресенье. Да, больше ничего такого интересного нет. Хорошо, с этим разобрались. Кстати, я так и не посмотрел. Не заходил вчера. Да нет у меня этих. Надо еще будет потом. Ну, это к неспеху, вот реально. У меня там какой с 8-м скиллом. Я все равно его... мало использую. 25-й лавел, а тут уже 25-й. Надо будет пооткрывать потом. Окей, поехали на русский сервер. Проверим нашу удачу. Буду на этом аккаунте заходить, ролить пока. А вдруг это аккаунт счастливый для кого-то окажется и... Помимо того, что кто-то на нем угадает какого-то топового героя, может, мы сюда еще что-то выбьем интересное. Так. Королева Оз. Свалин. Холод, Скиталец и Мишаня. Ну, поехали. Тесочка. И бесплаточка есть. Ну, поехали. Я сейчас открою видос. Это было видос сначала открыть. А то я уже даже забыл, какой там. Это позавчера у нас, по-моему, было.
Такс, ищем у утреннего дайка 2 дня назад. Вот и в донате это вчерашнее. Двадцать четвертое, вчера 25-е, да, это оно. Утренняя угадайка наша. Так, где там? Так, есть кто-то в спаме у нас. Отлично. Сколько комментариев? 58, красавчики. Так, ну ищем сразу Тессу. Нету. Давайте посмотрим. Оборотень, может кто-то угадал хотя бы так. Так, оборотень 1 и оборотень 2. Шаман не степан. Ну, в общем, вот такие вот дела. Блин, давненько уже даже слизняком никто не угадывал, даже огников. Я надеюсь, ребят, еженедельку, кстати, надо будет еще провести. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.